Проверка, проверка, проверка. Раз, два, это проверка. В случае настоящего нападения нам всем конец. Доча, мне надо поговорить с Тузом. Где Туз? Там. Это мыло. Она отдала наш порошок какой-то старухе, а у нас осталась идеальная формула чистоты. Вот именно. Собирайтесь, парни. Это стоит в контракте. Нет порошка, нет песен. Всем привет. Привет. Из-за тебя никто не скайфует. Из-за тебя не будет никакого шоу. Ничего не будет. Почему это? Я даже сходила в прачечную. Неужели? Почему же тогда воротники все равно грязные? Тебе не следовало на нее кричать. Это самая глупая идея в твоей поганой жизни. Редфиш, пусти его, он прав. Из-за меня не будет никакого рок-н-ролла. Что? Что такое? Они не будут сегодня играть. Ничего, мы наложим гипс. Вы не будете играть рок-н-ролл? Я правильно понял? Я так понял, что вы не будете играть рок-н-ролл, верно? Да, так стоит в контракте. Нет тайда, нет кайфа. Может, передумаете? Меня побери, если вы не станете играть. Может, поспорим? Я вас заставлю. Вы у меня будете играть. Живо по местам. И гитары в руки. Ну что? Может, поспорим, что вы сегодня сыграете? Вы у меня будете сегодня играть. Еще как будете. Вы слышали, что я сказал? Лола, постой. Группа играет. Ты выстирала их одежду. Поговори со мной. Я глупая. Ничего подобного. Да. Нет. Да. Нет. Да. Точно. Что? Ты красивая. Черт. Нет. Да. 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 И езжай домой. Нет. Да. Нет. Ты поезжай. Что? Ты поезжай. Нет. 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 Почему сразу так не сказать? Господи. Я чувствую, что-то будет, что-то серьезное. Оно начинается. Оно начинается. Что? Оно уже здесь. Землетрясение!